подал в высшую инстанцию, поэтому адвокаты просят, я вообще ничего пока не говорил в этом смысле. Все, что могу сказать, что я доволен тем, что произошло. Я искренне верил в то, что австрийское правосудие будет нормально с первой минуты. При том всем, что были разные ситуации, были сложные, и судья себе его увидели достаточно сложно на протяжении этого года. Много требований было ко мне, и параллельно даже сейчас этот суд. Но тем не менее, было видно, что он очень хорошо разобрал ситуацию. С другой стороны, я очень сильно переживал и боялся о том, что все же Америка есть Америка. Они Австрию выбирали не просто, вы это слышали даже от самого судьи, что он сказал. Но я в любом случае знал, что я ничего не делал. И мне очевидно было понятно, что это политическое дело с самого начала. И я верю в то, что я буду бороться. На вашу думку, нас